С Одессы едем на Тарханкут. Саня водитель. Дай бог нам хорошей дороги. Едем, стараемся не сильно лететь. Ну, увидимся чуть позже. Мы все в пути, вот подъезжаем к Николаеву. Днепр. Кристаллиз Днепр, блин. Вода спокойная, погода ясная. Блин, что-то был бух, а я что-то загнал, запутался. Саня говорит, что хочет жареного лобанчика, блядь. Поэтому мы едем на Тарханкут. Смотрите, какая красота, а? Вода стекло. Просто песня, ребята. Всем подводным охотникам привет. Все-таки мы вырвались с этого муравейника, с этого города. Уже просто не было сил, блин, терпеть этот город. Короче, проезжаем мы батюшку Днепр. Ему низкий поклон. Богатая природа, блин. Сосны лесные, это сосны. Да, край у нас, конечно, красивый, богатый. Если бы не воровали эти ублюдки, то мы бы жили здесь вообще. Нам никакие Европы не нужны, правильно, Сань? Нам и хорошо на нашей земле. Проехали границу, слава богу. Часа три, наверное, нас мурыжили. Очень устали, очень тяжко, но мы не сдаемся, едем дальше. Ждем нашего любимого моря. Мы с Тарханкут, мы долго ехали, очень долго стояли на границе, но не будем сейчас об этом. Посмотрите, какая прелесть, ребята. Саня, и сейчас мы попробуем спуститься и просчитать, что там за... Вот такой здесь алтарь устроили, вот такой пейзаж у нас, вот такой закат. Вот это все ради этого мы сюда ехали, ребята. Ну, кто в теме, тот поймет. Вот Санька пытается сейчас, мы сейчас пытаемся спуститься по этим чигирям. Извините, что камера шатается, но по-другому здесь можно просто упасть с этого обрыва и навсегда остаться в водной пучине. Сейчас мы спустимся чуток и посмотрим, что здесь написано, потому что я, если честно, не помню дословно. Примерно текст я помню, потому что я бывал уже здесь не раз. Ой, какой вид. Саня. Сейчас. На этом месте в час заката утратили мы друга брата. Я понял. Это табличка погибшему человеку. Да, друзья установили табличку погибшему человеку. Но тут не один, тут много людей сейчас погибло на этом мысу. Бездушность камня. Сухость острых стен. Голящих скотби. Плохо видно. Хладнокровный плен. Подожди, плен. Хладнокровный плен. Плен. Надежда. Да. Надежда. Надежды нет. Надежды нет. Как сердцем. Во, вот так лучше видно, когда поднимаешь. И гореть. Снизу тяжело, вот так, да. Как сердцем. Сердцем. Не гореть. Погибшего. Уже не отогреть. Отогреть. О, спутник, стой, взгляни на каменный надгробный. Над камень сей надгробный, храни тебя Господь от судьбы подобной. Да, здесь разбился человек. Да, это здесь человек, ну, разбился здесь не один человек, насколько я понимаю. Здесь вот мне рассказывал местный подводный охотник, что он здесь вытащил очень много людей отсюда. Ну, сидят, не знаю, видно будет, не видно. Но они тут даже птенчиков. Вон баклан, я сейчас попробую приблизить. Саня, подожди, не крути, поверни назад. Назад поверни лодку, в другую сторону. Я хочу малого снять, баклана.
птенца. Вот птенчики там. Я пришел, потому что да, 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 я показал пацанам. Там птенцы маленькие. Тарханкуте налазились, наплавались целый день в воде. Вот наш герой. Настреляли немножко кефали. Но еще рановато мы приехали, да, Сань? Сними меня чуть-чуть. Да, еще рановато. Не, вот так где-то, да. Вот, вот это лобанчик, ну и сингилики. В общем, еще рановато. Надо подождать, когда вода прогреется, потому что еще нету толком воды. Вот здесь мы остановились. Немножко сделали небольшой лагерь. Вот наша лодочка. Вот там завтрак туриста. Ну, Саня, ну как вообще тебе понравилось здесь эти, да, края? Места, конечно, это космос, пацаны. Это космос, я не ожидал. Стас сказал мне, что я буду в восторге. И прозрак как? Как прозрак? Прозрак, ну, хотелось бы, конечно, немножко лучше. Волнение моря было, да, Саня? Да, было сильно штурмило немного и подымало, муть какая-то была в воде немного. Да, 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 но это из-за того, что штормило. Но все равно, по сравнению с одесским прозраком, это шикарно вообще. Прозрак, да? Метр 7 где-то. Ну, мы еще поохотимся, еще посмотрим, да? Мы первый день охоты сегодня. Да, нам сейчас предстоит нелегкий путь назад, километра 2. Ну да. Поэтому мы вот так вот заканчиваем нашу трансляцию пока весь. Немножко вот показали вам место. Ну вот так, все. До завтра. Так, сегодня мы приехали на Большой Отлеж, на Чашу Любви. Вот, к сожалению, ветер какой ураган, да, Саня? Сегодня охота у нас не получилась. Вот мы снимаем Чашу Любви, вот, для всех, кто любит любовь. Вот тут сегодня одна любовь, никакой, блин, охоты. Поэтому мы ждем нормальной погоды, чтобы залезть в воду. Потому что при таком ветре нам тяжело передвигаться на большие расстояния. Ну вот такую разведочку мы сделали, да, Санька? Что скажешь? Пропустили денек. Я доволен, зато такие защитные красивые места были на Малом Отлеже, там церковь и стадо рыбацкое отдельно. Они укрепили эти сходы к воде, ступили. Это не передать, надо. Но мы там нырнем, Саня. Обязательно. Обязательно. Все. Идем на место охоты. Вот у нас такая снаряга. Вчера отохотились, короче, взяли 4 сингеля и одного лобана, да, Саня? Такие сингелики приличные. Неплохие. Ну, мы, конечно, ожидали, что будет повеселее, но из-за того, что было штормовое, сегодня, видите, тоже немного качает. Поэтому мы, ну, не рассчитываем на супер, там, что будет рыба. Но все равно рыба есть, мы ее нашли. И как бы сегодня будем пробовать ее бить на жареху. На жареху, да. Да, на жареху. Нам много не надо, мы не рыбохваты, поэтому, но свое мы возьмем. Я думаю, своего мы возьмем. Правда, море немного, ну, немного ветерок не тот и качает. Правда, улучшился прозрак. Прозрак улучшился, да, но путь нам не близкий предстоит, поэтому... Да, путь нам придется погрести, я не знаю. Чувствуем, что где-то придется часа полтора грести, часик где-то. Да, да, да. Для места охоты. Ветер встречный, волна тоже против мы нас. Мы медленно вот так двигаемся. Вот. Ну, я думаю, что... Для второго дня, это мы первый день вчера охотились, вот это второй день мы в Крыму. Ну, наши любимые. Мы как конюхов, он через Атлантику, а мы... Да, мы через Крым. Через Крым, да. В Одессу прямо. Всем, короче, пацанам привет. Продолжение следует. Добрались до места X. Наша снаряга. Арбалетик с оранжевыми тягами Deep Master Corporation. Прозрак сегодня, пацаны, просто космос. Просто космос. Просто космос.
какая вот у нас красота. Радуемся, налюбоваться не можем. Просто космос, ребятки, просто шикарно. Тут скалы обваливаются, правда, падают камни. Но прозрак вы сами, ребята, видите. Тут, я думаю, что говорить нечего. Вот немного рыбы взяли. Сегодня волна, очень неудобно нырять. Поэтому вот это все, что смогли взять, как бы. Ну, можно было и больше взять, не хотелось мелкую бомбить. Ждали хорошую, а ее не было. Поэтому вот такие дела. Вот, вышли с воды, вот, сегодня тяжело ныряется. Все время волна сносит, короче, у меня еще с костюмом были проблемы. Я еще промахнулся, попал в замануху, не могли вытащить гарпун. Короче, сегодня... Да, кстати, покажу до сих пор, гарпун в ней, вот. Смотрите, блин, промахнулся, блин. Вытащить невозможно. Как я так? Вот он аж с этой стороны вот вышел. Вот он, кончик. Вытащить, короче, нереально. Поэтому я сегодня замахался немножко. Но все равно охота есть, рыба есть. Очень классно. Очень все здорово. Места шикарные. Вот, будем сейчас кушать консервочку. Да, Саня, приятного аппетита, братан. Всем охотникам привет. Короче, одесситы зажигают. Всем пока. Вышли с воды. Взяли немного лобанчика. В общем, рыба идет. Саня, хоть посмотри на камеру, ё-мо. Ты доволен, братан? Да, я такого не видел. То, что Стас обещал мне... Свое обещание выполнил. Это вынос мозга, бля. Рыбы просто, бля. Рыба снизу, сверху, сбоку, сзади, спереди, бля. Где хочет. Но мы много не брали, да? Настреляли на жареху, да и хватит нам. На пару дней нам хватит. Запаслись мы рыбкой. Вот такие вот у нас тут казематы. Ё-моё. Вот такие лобанчики хорошенькие. Вот такие, да, лобаны. И лобанчики тут чуть-чуть сенделя. Она еще живая, Саня, смотри, чтобы она не смоталась. Так я специально не снимаю ее. Всем охотникам привет. Чуть поохотились, вот немного рыбы нашли. В общем, места здесь очень красивые. Я очень люблю эти места. Божественные. Главное телефон в воду не уронить, это будет приятно потом. Саня. Скажи, да? А поначалу думали, что... Будет глухо. Сначала рыбы было мало, но потом, бля, когда она пошла, уже, блин, не знаешь, что с ней делать, сука. Ну да. Стрелять, не стрелять. Не, блядь, очень хорошо. Я такого еще не видел, бля. Да, было дело, было. Прозрак порадовал. Здесь очень красивый берег. Ну что, едем на другие места, Саня, на другие места едем, да?
Лобанчика, я думаю, с нас уже хватит. Едем на другие места. До новых встреч. Она оставила нам теплые впечатления, правда? Море штормит. Мы сюда еще вернемся. Да, просто штормит море. Мы хотели сегодня поохотиться, ребята, но барашки вон вы видите. Жаль, конечно, но ничего. Так, 8.46 у нас на часах. 8.46 мы отчаливаем. Собрали палатки. Вот наш маяк. Вот наш детский стан. И полная машина всякой. Спасибо тебе, Тарханкут. Мы еще сюда вернемся. Да, Санька? Да, Стасов. Все. Есть у меня планы. Всем пока. До новых приключений, друзья. Всем охотникам чистой воды. Всем пока.